Венгера. Вот так. Главный тренер, 36-летний Крейг Поулсон, дал свисток, и игра началась. Футболисты Арсенал из зоны вылета. Сейчас Алексис Санчес делает простыльную передачу, удар по воротам. Еще удар Косорова, и мяч выпивается, но его все-таки вдвоем атаковали. Шлуп идет вперед, удар по воротам, и великолепный чех. Шнакера. А вот он показывает, как Шлуп бьет. Какой удар. Жестко было сыграно, но свисток молчит. Варди, еще один удар, и мяч попадает в штангу. Морес с мячом, и Морес мяч уже ушел за... Лестер был близок к тому, чтобы открыть счет. Сначала чех выручил после удара Шлупа, ну а здесь, вместо того, чтобы сразу пробить, свистка не дал, и контратака Лестера. Варди летит, Варди бьет по воротам, и Варди забивает Петра Чеха. 13-я минута. 1-0. Варди, Андалекси, Санчес. Передача вне положения, вне игры. Удар. Это Волкот. Но еще раз смотрим. Нет, здесь никакого офсайда нет. Видите, там Шлуп напрасно поднимает. Еще пас сейчас будет. О, Брайтон. Подача. Удар. Штанга. Морес. Тяжело. Ох, как тяжело против быстрого Волкота. Но это вот момент, когда Варди попадает в крестовину. Вот он, пожалуйста. Танчес, и ответ Арсенала. Санти Касорла, великолепная передача на Волкота. Волкот, удар! Гол! Какой пас выдает Касорла на Волкота. Волкот не стал делать. Значок FIFA первый номер 15-го года, этого года. Сейчас прострельная передача, и гол! В положении отыгрывающейся стороны. Посмотрим. Сумеет ли Лестер? Нет, здесь офсайда. И прострел. Мяч все-таки идет к Санчесу. Пас игрок Арсенала. Косорла с мячом. Косорла, может быть, самому пробить. Бьет поворотом. И команду. Давайте посмотрим еще раз. Вот здесь. Удар Косорлы. Да, в первом матче Лиги Чемпионов в Загребе против Динамо местного. А вот контратака. Контратака Арсенала. Подача. Удар. Гол. Здесь, конечно же, ошибаются защитники и не слишком охотно бегут. Поздно. Это не офсайд. Это была передача во фут. Но Волков легконогий. Волков бьет на силу. Позволительно будет сказать. Не получился акцентированным удар у Тео Волкота. Из-под защитника пробил. Жиру вместо Уолкота. И удар! Чилиец делает хет-трик. Ух, как попал! Одерживает победу здесь, в Лестере, на Кинг Пауэр. И пятый таблица.